В Молдове появился новый вид спорта, который моментально стал популярным. Менее чем за месяц секция метания ножей собрала десятки желающих научиться бросать металлические снаряды в мишень. Специалисты заверяют, во время тренировок можно не только улучшить физическую форму, но и поправить зрение. Прицелился, вытащил до конца. И только потом бросок. Вот примерно так выглядят первые тренировки по метанию ножа. Особенности нового для Молдовы вида спорта испытал на себе и наш корреспондент. Инструктор Роман Цуркану, который по совместительству является и вице-президентом Федерации универсального боя, рассказывает, что сама техника метания не очень сложна. Главное – научиться владеть своим телом и строить глазной прицел. Берете нож. Что делать? Уводите его за спину, вытаскиваете руку на полностью нож и прицеливаетесь, как будто вы стреляете из пистолета или из винтовки. Зажимаешь же один глаз, прищуриваешь. Вот здесь точно так же. Прицелился и метаю не чисто рукой, а разворачиваю грудной клеткой. Спортивный нож весит 285 граммов. Он полностью состоит из металла. Специалисты уверяют, он безопасен для тех, кто занимается этим видом спорта, так как лезвие совсем не острое. Напротив, выяснилось, что метать ножи полезно для зрения. Врачи-окулисты констатировали, что метание ножа положительно сказывается на восстановлении зрения, так как тренируется глазная мышца. Однако навыки, приобретенные на тренировках, можно использовать и на улице, если у вас случатся неприятности. Идя по улице, если у вас, допустим, выхватили сумку, вы смело там яблоко, мячик, камень вдогонку своему противнику обязательно сможете кинуть и попасть туда, куда вы захотите. Помимо метания ножей, спортсмены изучают и правила самообороны от всякого рода колющих и режущих предметов, которые могут встретиться в быту. За свое недолгое существование на тренировке по метанию ножа записались десятки желающих. С самого начала у меня не получалось. Но постепенно тренировки и получается. Когда как? Мне кажется, что больше всего зависит от везения. Сегодня мне не везет. Очень помогает зрению. У меня плохое зрение, и как-то оно, видно, дает о себе знать. Но иногда получается, значит, не все потеряно. Конечно, я этим занимаюсь и для своей безопасности, чтобы знать, как обращаться с ножом, неважно с каким, будь то кухонный, военный или охотничий. В ближайшее время Молдавская Федерация универсального боя обещает провести первый чемпионат страны по метанию ножей. Они заверяют, что отдельным видом программы будут и соревнования среди журналистов.